Вышел погулять, подышать свежим воздухом. Это все кабинет, кабинет. Вот. Жалко, ветреная погода, наверное, не будет так хорошо слышно меня. Тут у нас стояночка такая. Сегодня солнечно, правда, вот ветерочек, конечно. Но будем надеяться, что погода скоро становится хорошая. О, кстати, смотрите. Смотрите, что у нас лежит. Сейчас я подниму, покажу. Да, ребята. Не знаю, видно, не видно. Это вам не просто камешек. Это кремень. Кремень. Это родной камень для человечества. Этот камешек с человечеством очень давно. Надо сказать, что этот камень очень давно используется человечеством. Кстати, самый распространенный на Земле элемент – это кремний. И камень этот называется кремень. Так, кремень – камень. А вот кремний – это элемент таблицы Менделеева. Люди делали из него различные инструменты, ножи, топоры, наконечники для копий, для стрел своих, скрипки различные. Но позже начали добывать с помощью кремня огонь, даря кресалам, а кремень. Появились даже на этом принципе основанные ружья кремниевые. Вот. Но надо сказать, и сейчас этот камень используется очень хорошо. Так, например, всем известная силиконовая долина в Америке. Силикон – это название кремния. Из него делают транзисторы, электронику. Так что вот такой непростой камень лежит у меня в руке. Хотя, наверное, самый простой и самый распространенный на Земле.